За прошлый год под контролем службы судебных приставов омские должники заплатили более 1 000 000 000 рублей. Самые распространенные статьи – штрафы за нарушение правил дорожного движения и невыплата алиментов. Последние контролируются лично главным судебным приставом области. За 2016 год по этой статье удалось взыскать более 200 миллионов рублей, а 11 злостных неплательщиков будут привлечены к уголовной ответственности. Кроме того, приставы будут следить за работой коллекторских агентств. Сейчас в стране их 110. Большинство из них зарегистрированы в Москве и Санкт-Петербурге. В Омской области нет ни одной такой компании. Если коллекторы ведут себя слишком назойливо или угрожают, жаловаться на них нужно именно в службу судебных приставов. Уже есть случаи, когда номера телефонов должников принудительно изымали из базы данных, а сами агентства выплачивали существенные штрафы. Статьей 14.57 предусмотрены санкции за нарушение как для лиц, включенных в реестр, так и для лиц, не включенных в реестр. Но стоит отметить, что для включенных в реестр санкции законодатель поменьше установил. Для не включенных в реестр статья пункт 4 статьи 14.57, там для юрлиц от 200 до 1 000 000 будет суд.